Это дискос богослужебный. И что характерно, он сделан из обычной тарелки. Изготовлен в Лондоне. Тут вот из клима. Это лондонское серебро. Гравировка изображена Богородица. Икона Знамения Богородицы. В восьмиконечной звезде. И молитва «Быть чрева твоей святая трапеза». На современных дискосах обычно другие изображения, но на древних дискосах встречается вот именно такой. Вот такой вот крапива. Оно сделано из дерева, желтого металла посеребренного. И перевязано тут веревочками, чтобы не разваливалось. Вот такая кация. Сюда клали уголь, раздували его, разжигали, раздували. Ладан сыпали и кадили так вот. В домашних условиях, в домашней кадильнице, КЦЯ называется. Ну, и у меня складывается впечатление, что это из какого-то другого сосуда переделано. Просто вот ручка приделана, приклепана. Предстоит очень важное, можно сказать, уникальное явление в нашем городе. Открывается выставка «Черемшан. Возвращение». Казалось бы, Черемшан относится к Хвалынску, потому что это место под Хвалынском. Но каждый, наверное, балаковец знает, что это такое, потому что многие люди ездили туда отдыхать. И для многих это приятное, родное, любимое место. Но это место не только красивое, не только приятное, оно еще и очень дорогое для нашей памяти, потому что связано с очень важной историей. И так как город Балаково был основан старообрядцами, и многие старообрядцы здесь оставили очень важный след в истории нашего города, и многие коренные жители, в общем-то, потомки, у кого-то бабушка в старой вере, и вообще, какой бы веры человек ни был, это будет очень интересно прийти и посмотреть на старинные облачения, на древние предметы церковной утвари, на кресты, на ручные кадильницы, которых нигде не встретишь. Некоторые экспонаты, которые представлены в исторической части, они не во всяком областном музее встретятся. Например, среди коллекции крестов есть так называемые домонгольские кресты, то есть кресты, которым почти 1000 лет. И вторая часть выставки – это часть живописная, где собраны работы, в основном это балаковских художников. Центр и стержень выставки – это труды известного балаковского художника Сергея Георгиевича Серова. И выставка эта названа в честь его главной картины «Возвращение». В общем, есть что посмотреть, есть ради чего сходить, явление очень интересно, я считаю, для любого человека, живущего в нашем городе, независимо от веры, независимо от национальности. Приглашаем всех. Пожалуйста, приходите, всем будет интересно.